Черкассы снова на пороге мусорного коллапса. В некоторых районах города отходы не вывозят неделю. Возле переполненных баков растут горы из пакетов с отходами. За последние несколько месяцев областной центр уже в третий раз оказывается в такой ситуации. Почему? Выяснял Станислав Кухарчук. Эти переполненные баки в самом центре Черкас. Отходы не вывозили больше недели, говорят местные жители. Рядом гора пакетов. Территория вокруг усеяна бутылками, бумагой и пищевыми отходами. Я не знаю, за что мы платим на службу чистоты. Нехай відраховують тоді, якщо така ситуація, немає машиною заїхати. Так машини їздять, а ніхто ж не забирає. І це ж не тільки тут, це ж по всьому місту так. Еще вчера вечером эта площадка тоже была переполнена, но утром здесь побывал мусоровоз. Баки пустые, а все, что было вокруг – забота местного дворника. Вместо того, чтобы посыпать обледеневшие тротуары песком, Анатолий разгребает завалы отходов. Говорит, на веренной ему территории еще три мусорные площадки, и работы ему хватит не на один день. Если бы вовремя вывозили, то не были бы неполны. И не было бы баков такого мусора, как сейчас вы видите. За вывоз мусора в городе отвечает местное коммунальное предприятие «Служба чистоты». Собственная техника вышла из строя еще 7 лет назад. И с того времени вывозом отходов занимается субподрядчик – частная столичная фирма. До декабря прошлого года никаких проблем не возникало, пока участников резко не стали ломаться машины. В январе руководитель обещал, что ситуация изменится. 2-3 дней стабилизуется, а лишь отставание есть. Тобто, якщо є відставання, 2-3 дні, так швидко, воно за тиждень тільки вирівнюється. Энтузиазма хватило на несколько недель. Из 7 необходимых мусоровозов в Черкасах работают 2-3 машины, остальные на ремонте. В этот раз встречаться с журналистами руководство фирмы не захотело. В мэрии говорят, за то, что вовремя не вывозят мусор, частников обязательно оштрафуют. Это прописано в договоре. Правда, после того, как город сам рассчитается с долгами перед фирмой. Через невідповідність законодавства і складність механізму перерахування коштів субсидій, які держава має перераховувати до міського бюджету, ми поки що не можемо повною мірою погасити заборгованість перед цим субпідрядником. Трохи більше 1 мільйона гривень. Сьогодні учасники пообіцяли не доводити город до мусорного колапсу. В Черкаси і столиці дополнительно повинні приїхати ще 3 ісправних мусоровоза. Завали із відходів обіцяють убрати в течение неділі. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності телеканал Інтер. Черкаси.